Друзья, всем привет! Начинаем наше большое путешествие по курортам полуострова Крым. Доехали до Керченского моста, остановились на заправке. Обращу внимание, количество машин, желающих заправиться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. По 6-7 машин на каждую колонку. А колонок, в принципе, немало. Мы, по-моему, на дорогу меньше потратили времени, нежели чем здесь стоим. Капец, конечно. Ну, получается, эта заправка единственная во всей округе уже перед заездом в Крым. Есть, конечно, и в Крыму заправки, но свои — Лукойла и Роснефти — там нет. Конечно же, цены. Лукойл. Здесь, походу, сразу нефть и качают, и бензин делают. Шутки за 200. Ну и расценки. ДТ 5206. Что-то тут какая-то каша вообще. ДТ тут же 98, тут же 92, непонятно. В общем, так, по своим ориентирам. 92 49.12, 95 55.32 и 100 62.15. Пропан-бутан, газ 22.80. Кстати, газ получается дешевле всего в крае именно здесь. Вот так, наверное, понятнее будет, там от солнца отражает. Подходит наша очередь. Иду, там жена уже звонит, названивает. Друзья, следите за нашими новинками. Будет целая серия интересных обзоров. Будет что-то интересное, обязательно расскажем. Обнял, приподнял.